Пит, ну перестань! Ну, послушай меня! Давай! Ты сильнее него! Слышишь? Ой! Ебаный кутенье, блядь! Ой, там внутри другой человек стоит. Костюм на костюм. Да ё-моё! Откуда у тебя банка-то? Банку откуда-то взял. Бля, тапка улетела. Он все это время в кармане, короче, носил большую банку неудобную. Поэтому я и проиграл, то, что банка неудобная в кармане была большая. Все, что недавно было. Ну а перед тем, как мы продолжим, хочу рассказать о торговой площадке Case for Gamers, на которой можно приобрести все игровые новинки без каких-либо ограничений для жителей РФ и Беларуси. Здесь можно найти чуть ли не все. Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Battle.net. Есть все релизы, в том числе и предзаказы, гифты, игровая валюта, софт. Здесь множество продавцов, благодаря чему есть конкуренция, а значит можно найти наиболее выгодное предложение. Нет никаких сложностей с оплатой, ведь имеется поддержка Kiwi и карт Мир. А благодаря моему промокоду можно получить скидку в 10% на любой товар. Ссылки в описании. Перма! Пит, ну перестань! Ну, послушай меня! Давай! Ты сильнее него! Слышишь? Неужели еще одна битва? Подожди, что он, переручил костюм? Еба! Почему? Да блядь! Боковушка! Не понял. Что-то надо его поймать, надо его Гарри отдать. Надо отдать его Гарри. Все, ебать. До слез, блядь. Ну все, уходим. Ну надо быстрее в лабораторию изучать эту тварь. Я прощаю тебя, Цепови Магуайр. Я опять лучу мьюзер. Пит, ну перестань! Ну, послушай меня! Кит, ну давай тоже помогай! Давай! Ты сильнее него! Давай, мяу-мяу! Пит, ты хорош, давай, Пит, справишься! Сдирай костюм, сдирай! Сдирай его, давай! Да.
Фу. Блин, сейчас Крейвен придет. Отсосет его. О, да ладно, так красава вообще. Он, блин, прям подготовленный был, ты посмотри. Как на него засосал туда, я не знаю. Ну все, уходим. Кит помогал. Петр! Бек-повар, 1500 рублей. Вова, чат, спасибо за подписку. Пью чай, смотрю, как лучше проходит игру, что может быть лучше. Спасибо, чат, вам передали. 1500 рублей. Ну перестань. И Петр 2К задачил, говорит, как меня? Игра? Не смотрел, чтобы самому пройти. Охуительная, опять. Давай, ты сильнее него. Слышишь? Быстрые пальчики, Расип! Под колокол, под колокол! Ебать. Первая просадка была жесткая сейчас. С ним... Не, не хочу. Ладно, снимаем. Бля, как это круто, пиздец. А на кого? Подожди. Все, Гарри спиздит, понятно. Ну все. Да, это охуенная ссылка. Фиота. Тоби Магуайр, выходи. Твой выход, давай. Хренач его. Пит, ну перестань! Ну, послушай меня!
Давай! Ты сильнее него! Слышишь? Красота! Разрывай! Давай разрывай его нахрен! Да! О! Что-то мне это напоминает! Да нет! Это не так эпично! Это не так эпично было, как в третьей части с Сэма Рэйми. Не так. Там были крики, там он прям... А тут как-то слабо. Съеби! Откуда у тебя эта капсула? Обняться по-дружески теперь надо. Уходим. А вот теперь Питеру можно менять костюм. Потому что пока он был в симбиоте, я не хотел менять. А теперь можно. Ну шо, спасибо Майлзу, говори. И извиняйся на коленях, блядь.